Сейчас, ребят, я просто хочу показать, что мы еще дальше сделаем, потом будем настраивать. Итак, мы остановились на том, что работаем Workspace Max для того, чтобы мы могли записывать. По сути дела, остановились мы на журнале, а потом еще подключим Workroom, да? Кто захочет Workbrain, там все вообще визуально, но на планшете не будет не очень удобно работать. Итак, я просто покажу. Итак, Оргжурнал – это для того, чтобы делать быстрые записи, не отвлекаясь. Секунду. Мы просто нажимаем комбинацию клавиш, которая очень хорошо запоминается. Пробел. А, О. И создаем новый файл. Ж, Ж. Создали. Открылся журнал. Мы можем его редактировать. Иными словами, писать быстрые заметки. Сохранили. И закрыли. И потом мы его уже открываем тоже простыми клавишами. Они прекрасно запоминаются. Пробел, А, О, журнал, файл. И открывается та же запись, которую мы можем дальше продолжить редактировать и записывать то, что нам нужно, прямо сейчас. То есть что-то для работы. Журналы потом будут, можно просматривать, как лучше всего хранить в репо, отправлять. То есть пусть они хранятся. Второй инструмент, для создания своей цифровой вселенной. Это называется Workroom. Бродить. Библиотека бродить. Значит, мы ее тоже установим. Давайте-ка мы, как она выглядит, пока посмотрим потом. Workroom. И принцип здесь буквально простой. Как мы видим, здесь есть клавиши. Но давайте я попроще объясню. Здесь вам надо будет в начальном этапе всего две команды. Workroom Find и Workroom Insert. Ну, давайте мы это уберем и попробуем ввести. То есть вот у меня в каталоге это обычные текстовые файлы. При этом можно создавать сколько угодно файлов. На самом деле здесь принцип такой: заголовок, дальше уникальный адрес, по которому, и название. Название может, вы можете индекс файлов создать хоть 100 штук, все равно вот этот номер будет уникальный. Итак, давайте попробуем чего-то создать с цифровой вселенной. Применим команду Workroom Find. Запоминается буквально просто. Пробел, значит, А, О, значит, дальше Room Find F. И вот у нас есть существующие узлы, которые я создал. Ну, захочу я ввести индекс базы. Выбираю автозавершение, вот открылся. Теперь что я мог бы на самом деле сделать? Вот по-нормальному, да? Вот если так. Значит, моя вселенная. Моя вселенная цифровая. Давайте вот так, чтобы более осознанно, сделаем так. Питон, C++, Space Max.
Git. Дальше мы можем так. Домашние дела. Ну, давайте пусть здесь будет строим, значит, стройка дома. Итак, создадим новое окно. И здесь, вот согласно этого, создадим файлы. Давайте. Вторая команда, в принципе, мы можем использовать find, либо insert. Говорю, две, их там много. Будем использовать find опять. AORF. Смотрите, ноды, узел, да? Если узла нет, то его создаст. Ну вот у нас первая ссылка Python. Только с маленьких. Давайте так, как принято. Python. Нажимаем Enter. Все, файл создался. И тут будет у нас по Python. Давайте его сохраним. Второй файл, который создадим, по C++. Опять Ctrl-A-O-R-F. И CPP. Сохраним. Третий файл, который... вот нам надо открыть. Мы потеряли наш индекс базы. Ctrl-A-O-R-F. Индекс база. Вот сейчас мы его просто откроем. Ну, я больше не буду создавать. Давайте еще я файл дом создам. Дом. A-O-R find. Дом, хаус. Сохраню. Теперь действия мои простые. Главное здесь вот это не забыть. Alt-X, давайте мы базу нашу DBSums просто синхронизируем. Нажмем, чтобы она запомнила все наши новые ссылки. Все. Это можем закрыть. Здесь мы откроем наш find. RF. И откроем уже файл. Мы насоздавали, чего нам надо. И теперь, ребят, ну, то, что я вот это раньше делал, там просто тренировался, я подзабыл немножко. Я имею в виду, как настраивать. У меня все это было, но по сути дела, давайте... Теперь мы берем вторую команду, она буквально простая, которая заканчивается на insert. Добавить, ну понятно, да? Итак, и вот моя цифровая вселенная, которая появляется передо мной. То есть видим, да? Но это не полностью. Вот наша, сейчас посмотрим, где-то наш вариант. Так, смотрим. Не соединена пока. Надо еще смотреть, что там. Давайте-ка я сделаю сейчас вот что. Так. Возьму базу данных, а потом уже открою. И смотрим. Вот сейчас уже соединилось. То есть я могу визуально посмотреть. Да, вот индекс базы. Вот у меня Python. Вот тут две странички у меня. Я на них могу, в принципе, больше посмотреть. Что здесь записано даже, понимаете? То есть дальше. Иными словами, вот так бродить. Я видел системы, ребята показывали. Там такие большущие. Цифровая вселенная. И по сути дела это обычные текстовые файлы.
то есть нажимая на который, мы открываем сразу, пишем. Ну, давайте-ка попробуем сейчас кое-что здесь добавить, очень интересное. Нет, стоп. Откроем наш файл настроек. Так, чего там не так? Так, F. Стоп, 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 стоп. Все понял. У меня просто была нажата клавиша. Перейдем при помощи только наших, как мы уже научились. Да, V, окно. Ну, понятно, что если смотрим здесь, то передвижение как в Vim, да? То есть G вниз, K вверх, L вправо будет. Логично. Вот он уже курсор. Я хочу просто один момент здесь сделать. Так, поехали. Нам надо вверх. Теперь нам надо чуть-чуть вниз. Буквочки куда-то мои делись. Ладно. Вот, появились. Так, мне надо вот куда-то сюда. Я хочу кое-что добавить и сейчас с вами вместе проверить. Вообще для себя, чтобы еще не забыть. Ага. Я сейчас кое-что добавлю, но все равно мы настройки потом будем разбирать. Так. Орг. Рум. Ага. Так. Комплит. Рум. Так, вот тут AsPoint у нас есть. Вот, везде попробуем-ка мы сейчас. Сохраним, QR перезагрузим. А теперь-ка давайте-ка попробуем сделать следующее. Открыть-ка мы журнал. G, F. Что не так? Нет, все так. Ну-ка. Давайте-ка мы попробуем теперь сделать так. А, о, рум. Надо было мне все-таки перезагрузить. Insert. Так, попробуем. Оба. Вот то, что надо. Сохраняем. На сегодня я работаю с Python. Нажимаю. Открывается. Все отлично. То есть, добавление ссылок везде, может, оно и так это проработало. Иными словами, можно создать абсолютно целую вселенную. Давайте-ка мы попробуем теперь синхронизировать базу и запустить наш браузер. Где оно там делось? Надо было, чтобы включено org
Так, секунду. Я просто не включал, оно и так работает. Моды. Так, смотрим. DB Sums. Давайте посмотрим, что сейчас. Что я бы хотел увидеть? Все пока то же самое. Да, оно показывает то, что в папке. Ну, видно, можно как-то сделать, чтобы файл журнала. Но вообще это не самое главное, будем говорить так. Python, CCP. Тут еще куча функций. Цвет можно выбирать. Ну, разную ерунду. Короче, ну так классно. То есть можно поработать, поразмышлять. А так это обычные текстовые файлы. Совершенно легко. И можно нагрузить такие вики, создать на все случаи жизни. Сохранить на Git и не знать проблем. Настроек очень много, пока просто познакомил. После этого уже будем переходить к настройкам языка.